Некоторые природные парки или морские заповедники ведут очень интенсивную деятельность, что даже на местном уровне ставит под угрозу здоровье океанов, которые нуждаются в защите. Это, к примеру, чрезмерные развлекательные прогулки на лодках, приводящие к загрязнению воздуха и проблемам со здоровьем. Другой пример – круизные суда. Не пересекая непосредственно охраняемые территории, они могут проходить к ним очень близко и также вызывать серьезные загрязнения и проблемы для здоровья людей и океанов. La posible industrialización del mar, como es lo que podemos observar промышленная эксплуатация моря. Мы наблюдаем это здесь, в охраняемой морской зоне Кап де Креус, которая рассматривается для строительства крупных морских ветряных электростанций с турбинами высотой в 250 метров, почти с Эйфелевой башней, с масштабной прокладкой кабелей и якорей на морском дне, что, по нашему мнению, может нарушить качество окружающей среды, воды и те преимущества для здоровья, которые дает нам море. Мы должны быть очень осторожны, чтобы голубая экономика, развивающаяся на полной скорости, в конечном итоге не нанесла вреда.